Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Warcraft. Веками неприступные стены Штормграда и магия защищали людей от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира. Алиса в Зазеркалье. На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, безумного шляпника. Охота на дикарей. Рики Бейкер, упитанный городской хулиган, сотрудница социальной службы Пола, отвозит подростка в сельскую местность, где живет единственная готовая принять его семья – Белла и ее нелюдимый муж Гек. Миссис Хайд. Мадам Жакиль – эксцентричная училка, которую ни в грош не ставят ни коллеги, ни ученики. Однажды в грозовую ночь в нее попадает молния, и это происшествие фантастическим образом меняет героиню. Падшая. Переживая загадочную смерть любимого парня, Люсинда Прайс получает тяжелую душевную травму и становится неуправляемой. Ее отправляют в школу для трудных подростков, где ее внимание приковывает к себе красивый и таинственный Дэниел. Строго на запад 2015 года. История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего вас на путешествии вдоль всей американской границы, 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. Они пересеклись случайно. Одинокий волк, отбившийся от волчьей стаи, и заяц, оказавшийся в волчьем логове. Он мог дать ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошел с ним по следу, помогая найти затаившуюся где-то любовь, провожая через поля ненависти и леса страха, твердо не решив, что делать дальше с ним и с собой. Удаленная местность. Напряженная драма об одиноком мужчине, которому выпадает возможность сблизиться с двумя сыновьями, когда бывшая жена, уезжая в отпуск, оставляет их под его присмотром. Но вместо семейной идиллии братьев ждет кошмарная ночь в заброшенной хижине, сотрясаемой ударами снежной бури. Подростки многое откроют о своем малознакомом отце и о том, что они значат для него на самом деле. Колесо чудес. История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке. Во время утренней прогулки простой охранник Хик Сок Хён попил воды из горного ручья. Весь день у него болел живот, а вечером, заложив за воротник, мужчина обнаружил у себя необычные способности. Теперь он может управлять предметами на расстоянии. Тем временем у его дочери Руми, которую он оставил много лет назад, проблемы. Здание, где она держит ресторан, попало в зону реконструкции, и во время очередной стычки с рабочими погибает ее мать. Узнав о смерти бывшей жены и ситуации дочери, Сок Хён решает помочь. Небоскреб. Самый высокий технологичный небоскреб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Сойер, может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!